Энергетика пространства очень сильно отличается не только от квартиры к квартире, там, а от дома к дому, от региона к региону. Все города очень сильно отличаются по энергетике. Я думаю, как бы, если вы наблюдали, если чувствительность у вас как бы экстрасенсорика хорошо развита, вы, конечно же, это ощущали. То есть есть город как место силы, а есть город, который просто выжирает из вас последние силы. И вот в каких-то городах, в каких-то местах вы прекрасно себя чувствуете, у вас там все просто летит, прет, все вот развивается очень легко, а в некоторых вы регионах, местах вы еле живете, вы еле тащитесь, вы не можете встать на ноги, никак ничего не получается, стоит куда-то переехать, и все, пошло-поехало. И страны очень сильно, конечно же, отличаются по энергетике, поэтому, чтобы не попасть в просак, да, не уехать туда, где, ну, в лучшем случае у вас будут просто какие-то препятствия, да, то есть жизнь будет притормаживать. В худшем случае может случиться что-то не очень хорошее, да, вплоть до там травмы каких-то, ну, серьезных опасных ситуаций. Поэтому лучше грамотно выбирать место для жительства. И Таро, конечно же, Таро нам в этом очень здорово помогает. Приходите на расклад, разберем, посмотрим, подходит ли вам то место, где вы сейчас живете. Благоприятно ли оно для вас, или, может, стоит переехать куда-то. Может быть, достаточно, знаете, в пределах одной страны, одного региона просто поменять город. И это очень сильно может повлиять на вашу жизнь.